кисточковый массаж лица – это уникальный вид массажа, в результате которого достигается высокое расслабление, высвобождаются эмоциональные блоки, происходит коррекция внешности и улучшение состояния кожи лица. Этот массаж воздействует на мышечную, сосудистую и нервную системы, улучшает микроциркуляцию крови, а также обменные процессы в клетках кожи. После сеансов кисточкового массажа лицо становится живым, мимика становится естественной. К тому же это прекрасный способ релаксации и высвобождения жизненной энергии. Кисточковый массаж лица – это не просто косметическая процедура, это еще и метод психотерапии, так как перед кисточковым массажем обязательно уделяется время на холистический массаж, который представляет собой целостную систему и направлен на работу с запросом или темой клиента и включает в себя работу с энергией, работу с психоэмоциональным состоянием человека, работу с проблемами или заболеваниями физического тела. С помощью мягких и безопасных пульсационных, вибрационных и раскачивающих движений человек расслабляется и открывается возможность напрямую работать с его подсознанием. Человек получает метафорические ответы на свои вопросы, глубже понимает причины тех или иных ситуаций, находит решение и выход, напитывается ресурсным состоянием в ходе массажа. А для того, чтобы закрепить положительный эффект холистического массажа, очень хорошо использовать кисточковый массаж лица. Массаж проводится с использованием кисточек различного размера и фактуры. Также применяются и валики. Этот вид массажа пришел к нам из Древнего Египта. И он связан с удивительными легендами о небесной красоте царицы Клеопатры. Массаж особенно показан людям, страдающим нехваткой любви, внимания и тактильных ощущений. Он помогает справиться с угнетенным состоянием, неврозами, стрессами. На лице находятся точки, связанные с внутренними органами. Поэтому именно тонкое воздействие запускает глубокие естественные целительные процессы на телесном, эмоциональном и психическом уровне. Результат можно заметить уже после первой процедуры. Но для закрепления эффекта кисточковый массаж необходимо делать регулярно, один раз в 1-2 недели. В нашем центре вы можете пройти сеанс кисточкового массажа лица, а также обучиться данному методу.